Всем привет! Вы на канале BJ Sano, меня зовут Аня, и с сегодняшнего дня анонсы глав будут вот такими. Если вы видите меня, разговаривающую мою голову, значит, вышла новая глава. Вышла, ребятушки, 17-я глава в нашей группе ВКонтакте, на нашем сайте и, конечно же, на Телеграм-канале. Что вам нужно сделать, чтобы нас не потерять и держать вообще, ну, быть в курсе вообще всех событий? Это подписаться на нашу группу ВКонтакте, говорит BJ Sano. Все ссылочки будут в описании. В группе у нас классные арты, все новости, прикольные интерактивы. Также скоро будет конкурс на бумажный экземпляр манги. Так что переходите, и вся информация про мерч. У нас вышел новый мерч, мы добавили товары, мы каждый раз улучшаем группу. Все для вас, чтобы вам было удобно, комфортно, кайфово, чтобы заходили и получали все сразу. Вот, поэтому переходите в нашу группу и присоединяйтесь к нам. Также в группе указан телеграм-канал, потому что, блин, реально, ребят, могут заблокировать все, что угодно. Сейчас такое время, когда блокируют все, что связано с мангами, вообще с авторским правом, все, что угодно. Если вы не хотите нас потерять, переходите, у нас уже все сохранено. То есть даже если где-то удалят всего битсталкера, у нас он будет. Так что, ребята, подписывайтесь, чтобы нас не потерять. Дальше, ну, естественно, наш сайт озвучка.yaoi.ru, потому что там у нас все главы, вот прям очень удобно, можно посмотреть с 1 по 17. Сегодня, кстати, возможно, выйдет 18, но это еще не факт. В общем, я сделала анонс. Так что, чтобы не потерять нашу крутую озвучку, я знаю, что вам нравится, переходите, подписывайтесь на нас везде, не забывайте писать комментарии, не забывайте ставить лайки, это для нас очень важно. Чем больше комментариев, тем быстрее выйдет новая глава, потому что очень часто бывает, выкладываешь главу, комментов мало, и поэтому мы пропадаем там на 2-3 недели, когда пишете в комментах, где глава. Ну, глава выйдет тогда, когда мы вот замотивируемся, и поэтому, ребятушки, пишите комментарии, обязательно нас очень сильно мотивируют. А сейчас я, кстати, иду прямо сейчас делать новую главу, поэтому все, всех понимаю, всех люблю, спасибо большое за ваше доверие, за ваше там, что кого, все, ну, короче, все, спасибо, все, как там прощаться надо? Пока, до свидули, всем хорошего дня!